кого начнем? С рыжей. Пусть будет первый, те, кто плохо ее знают, считают стервой, но близкие это знают. Кому обратиться, если плохо? Доброта ее не видит границы, любит животных, аж кормит бездомных кошек, это понятно. Без нее кто ж им поможет? И даже Брэд Питт и Джонни Депп рангом ниже, чем ее идеал, кот Томас. Рыжий! Рыжий, рыжий! Большие тачки любит и большие телефоны. Эти штучки женские и больше не ее загоны. Зато законные статьи в ступор не загонят. Это будет самый модный юрист-международник. Белые Бакарди, Тойота и вечеринки. Черные очки, виски с колой и повыше шпильки. Она умеет любить и быть любимой с улыбкой на лице. А эту мадам узнаю по шикарным волосам. Мимо ты не пройдешь, да я знаю сам. А танцы ее видел, хип-хоп и R&B. Дай только счет. Раз, два, три. Но дам совет, лучше ее не зли. Хотя покричит и забудет, все без обид. И злиться на нее просто смысла нет. Знает все и про всех, и твой самый тайный секрет. Не делает как все, и в этом по-любому права. В кино не хлопает веща. Но это же она. Подскажет, что одеть, не поднимая ухо. Подругам повезло, у них свой личный модный приговор. И в дружбе, и в любви ее главный критерий – это верность. Вот где путь долгих отношений, любимых радовать – это ее профессия. Кто знает про нее, знает с ней легко. Светлый волос, блондинка, это в крови. Но не сбивает с толку ее шикарный вид. Звезда вечеринок всех, королева клубов. Где она там успех по внешности гран-при кубок. Притом вуза красный диплом, излучает тепло. Интеллект на высоте, многое в ней привлекло. Завидная невеста, не поспоришь с этим фактом. Притом лучшая сестра и дочь любимая. Вот так вот. Девушка непростая и многие просто тают. Но добрая в душе, серьезная временами. И если между нами внешний пафос лишь обман. Чистота и свет внутри нее, подтверди роман. Да, она такая, мадам на все сто. Обучает студентов, и они любят ее. В будущем кандидат экономических наук. В унисон сливается каблуков и сердца.